Хей-хоу всем, с вами Драмонин Дрин, и мы продолжаем проходить Ходячих Мертвецов. Что ж, кстати, сезон второй, да. И нас заперли в сарае. Оставили тут сидеть, чтобы выяснить, чья была рана. К сожалению, доктор у них вообще никакущий, не может отличить одну рану собаки от раны человека. Не знаю, по-моему, там очевидно, там клыком так проведено хорошо. Думаю, человек бы вряд ли так смог. По крайней мере, такую глубокую рану сделать. I can use this for stitches. Ты зашить рану? Ты издеваешься? Ты сама думаешь, сможешь зашить? Нет, я зашивать рану не буду. Даже не заставляйте меня еще и на станке ее зашивать. Это жуть, наверное, как больно, когда у тебя стальная игла вбивается и туда-сюда ездит. О, молоток. Лучший друг против ходячих. И одной стороной можно присобачить, и другой. Ну что, его никак не достать? О, теперь, может быть, получится. Если столик крепкий. У нас ножик-то забрали? Да нет. У нас теперь уже целый арсенал. Ох ты, блин. Надеюсь, они это не услышали. Потому что я собираюсь бежать отсюда. Побег из сарайного домика. Бери уже ты этот молоток. Ради него ползал вон тебе куда. Ну-ка. Молоток. Карманный нож. Подпереть. Тянуть. Подпереть. Ну и зачем тебе это, Клементайн? Ну и зачем ты выбираешься? Они же просто сказали тебе подождать. Глупая девочка. Еще и ночью вылазит. А, она рану хочет зашить. Любой ценой. Это кто там? Ходячий, походу. Кстати, а где ходячие? В 5 милях должны были это услышать и сбежаться. О, стелс-экшен. Ну, по сути, она правильно делает, но если они ее обнаружат, скорее всего, убьют. Ходячий-то тут ползает. Надо проверить все. Я, скорее всего, оббегу дом. И посмотрю на задней дворе, что есть. Ну да, если она себе рану не зашит, то он, скорее всего, просто умрет тоже. До этого она даже не дотянется. А тут что? О! Фанера. Может, фанеру получится вскрыть и пробраться через низ? Да. Хорошо, что мы молоток взяли сразу. Молотком, что ж ты тупишь? Молоток. По сути, на их убежище делает менее безопасным. Все больше и больше. Я бы закрыл за собой проход. А то вдруг ходячие как сбегутся. Давай-ка ножиком.
Главное, чтобы нас не пристрелили, пока мы это делаем. Ах ты. Нож-то острый, но ни капельки не крепкий. И сейчас такое дуло в лицо. Такое дуло в лицо. Так, да, правильно. Нам ничего не остается сделать, кроме как приоткрыть дверь. А где все? Я не знаю, всегда показывают так легко в домах спрятаться, где куча людей. У меня это какой-то бред. Потому что, ну не знаю, в доме спрятаться очень тяжело. Надо уйти, пока не поздно. Ну, давайте искать. Где тут у доктора аптечка? Блин, непонятно, куда идти. Отсюда мы пришли. Тут на кухню. А, черт, я в дверь упоролся. Я думаю, тут проход есть. Нифига не видно. А тут-то чё? Тебе слушать, что ли, нужно? О, сейчас заметит, походу. Бежать! Дыра в решетке. Я не понял, что нам делать. Может, постучимся, пойдем? Парадная дверь. Ну, я и говорю, пойдемте постучимся в парадную дверь. Я уже не знаю, что сделать. Там нет проходов. Вот этот поворот, парадная дверь закрыта. Неужели так бывает? Окна. Нет, нам нужно обратно, а куда идти, я не понимаю. Нам нифига не видно, насколько темный дом, и солнце еще светит в монитор. Все отсвечивает. У вас-то получше с качеством. Да куда ты пошла? Физкульт-зарядка. Не покормили, ни рану не зашили. Ни припасов не дали, ни попить. Жестокие люди. Ну их, в принципе-то, можно понять, но... Маленькая девочка, даже если она умирает, можно все-таки сжалиться и хотя бы курку хлеба дать со стаканом воды. А то это слишком жестоко. Я так и не понял, куда идти. Вот я вижу дверь парадную, ну и что? Я уже какой раз показывают. Вот, может, сюда? О, наконец-то, новая дверь. Надеюсь, что тут что-то другое. Это случайно или не комната этой Дженни или Сары? Сара, по-моему, да. Так. Так. Вспомнила его. Mm-hmm.
Я уже не знаю, куда идти. Сюда нельзя. Или можно? Нет, нельзя. Так, извиняюсь. О, пришлось прервать видео ненадолго. Так. Ура! Я нашел какую-то лестницу. Я ее даже не видел. Просто носом ткнулся. Надеюсь, они меня не заметят. Что-то написано. Фишин. Дверь в ванную, дверь... Вот, в ванную. Там, наверное, есть медикаменты. Ну, хотя бы вода есть, и то хорошо. Опа. Нитки. Ну, в смысле, иголка. Clean. Неужели ты реально на это решишься? I'll still need some bandages and something to keep it from getting infected. Ну хотя бы никакой крови и каннибализма. Пусто. Маленькая девочка пробралась в дом, и никто ее не заметил. Прячься. Черт, куда? Уж лучше в душ. Все равно воды нету. О, тоже беременная. Погодите, это случайно ли не та, которая меня убить хотела? Да уж. Если хорошей защиты нету, то ребенок это будет смертный приговор. Хорошо, что ее не заметили. Еще бы немного и все. И... За что ты изменяешься? Please don't tell my dad I talked to you. Help me, and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. That's scary. I bet it hurt. I could die if I don't take care of you. Да, ей дали выбор и так убить, и так убить. I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. Ура. Thank you. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends. Моего возраста? Please.
И молотком хрясь по пальцу. Было бы весело. Так, есть перекись. Я знаю, просто потом нужно будет обратно забраться в сарай и обработать рану. Хотя зашитая рана вызовет подозрение. Но все равно еще нужно найти бинты. А, все еще нужны бинты. Да, знаю, я знаю. Здесь тут никого не будет. А то еще с кем-то придется становиться подругами. Ящик. О, Ролекс, так нужно. Даже не могу придумать, зачем нам нужны часы. Я удивлюсь, если они пригодятся. О, а вот и бинты. Все равно все осмотрим, потом можем уходиться. Что-то сегодня не так с моей речью. Но все-таки, блин, отходящие мертвецы. Я просто неимоверно волнуюсь. Просто играю в эту игру. Опа. Это интересно, что за карта такая кривая? Так, надо бежать в сарай. Интересно, будет неожиданный поворот в качестве того, что меня в последний момент заметят? Или нет? Так, бежим. Долго у них собрание проходит. Надеюсь, меня не заметят. Хотя вот катсцена включилась. А, нет. Просто вся игра это одна большая катсцена. Фильмец. Но такой хороший, интерактивный. О, даже не пришлось самому идти. Интересно, а что они скажут насчет того, что тут дырка? Они, скорее всего, и не заметят. Ох, блин. Неужели ей правда придется это делать? Разве маленькая девочка сможет такое сделать? Но у нее выбора нет. Это да. Так, что сначала? Сначала игла. Сначала надо все зашить. Сначала нужно обработать, потом зашить и потом. Нет. Погоди, не делай этого пока. Вот это хардкор. Криста? Стой, ты не обработала рану. Глупая. Если рану не обработаешь, тебе бесполезно, зашьешь ты или не зашьешь. А, это что было? Боже, как больно. Я не знаю, как это на большую рану, но на маленькую это так себе. У нее это большая такая значительная рана. Рука, смотрите. Нет, пока нам нужно зашить. Ой, мне самому от этого не по себе. Все, давай. Ой. Ой-ё. 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 Да все равно, что руку отпиливать, Ли. Спойлер. Ой-ой-ой. Это такая боль.
Господи, я даже смотреть на это не могу. Господи, я бы такое не смог. Клементия настоящий мужик. Такое сделать, это неимоверные нужны усилия. Я уже смотреть не могу на этот ужас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как это ужасно. Блин, ей еще раз это придется сделать. Я даже представить не могу, насколько это больно. Причем ты должен это сам делать. Боже. Великая вещь анестезия. Боже. Ужасная игра. Ну, я так и думал. Неожиданный поворот. Закрывать, потому что надо за собой. А. Отстань! Скорее, молоток. Кирпич. О, господи, живая туша такая гигантская. Как она вообще ее может удерживать? Опа. Кишки выпустила. Ну, молись, тварь. Причем она это все с больной рукой делала. Интересно, как у них вообще мозг еще дает сигналы, когда мозг разлагается вместе с телом. This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Вы это беременная тварь, что ли? Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Не понял. А. Я думал, игра забагала, и не будет вариантов ответа вообще. This might hurt a little. How she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and the temperature would be through the roof. Почему скрытень? Нифига они не скрытные. Ну, только иногда, в неожиданные бу-моменты. В сериале и в игре. I wish you wouldn't have done what you did. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. В смысле? I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Мне интересно. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. Но она не умеет выживать в этом мире, да? She knew how bad the world is, what it's really like out there. А, она даже не знает. She's my little girl.
She's all I have left. Поэтому он ее заставляет быть там. She needs to grow up sometime. You do not know what she needs. Rebecca was worried you might be working with someone else, that your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Шикарно. Злобный доктор, который даже толком-то и не доктор. Hey, brought you some food if you're hungry. That's gonna leave one hell of a scar. Better than losing it. Yeah, you can say that again. Scars? They're way cooler than What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Да, я так подумал, что не зря это всплыло. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro. That was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. I didn't mean to be so harsh. I just... We had a bad experience once. Yeah, I понял. We've all had bad experiences. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control her, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. Yes. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. I do. Yeah. Какая же графика у них интересная. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. And let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. Странный он парень. So... What happened to you? Ох, зря ты этот вопрос задал. You don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. Just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Sorry, I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them. They were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. Man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to me? Ох ты гад, бессердечный. Хватит такие жестокие вопросы задавать. I killed him. He got bitten, protecting me. And I had to kill him before he turned.
Wow. I had to. Господи, как это все печально. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. A couple fresh brookies for dinner. Would that be nice? Интересно, почему у них кровь тут на столе? По обеим сторонам. Ну да, добрый парень. Единственный, кто заступился за меня. Прям герой настоящий. О, you're still here. О, опять это с... Не знаю даже, как ее назвать культурным словом. Тварь, вот, тварь. Но, блин, все равно, если с ней что-нибудь случится, мне придется ее спасти, даже если она мне не нравится. Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. Don't talk to me like that. Oh, what? You can't pull some shit on me. I'm not my husband. You should watch your language if you're going to be a mom. You should watch your ass if you know what's good for you. Вот задира же, а? Заместитель Ларри, блин. Надеюсь, ей тоже кирпич на голову упадет. Надо же быть такой жестокой. Жуть, серия большая выдается. Но надо дождаться определенного момента, прежде чем заканчивать. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. She's mean. I don't like her. She did come on a little strong. Порой? Серьезно? По-моему, не только порой. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Nick was about your age. First time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. So I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Да успокойтесь вы. Leaving us again. I know where the fucking river is. Ну это, блин, отношения у них-то напряженные. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's, figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role, even if it means people you love hate you for it. You should tell him that. Uncle Pete! Опа. Nick! Что-то нехорошее, да? Jesus.
Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Нет. Вроде пока нет. А кто все это сделал? Видимо, пулевое ранение. Да. Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Кто такой Карвер? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Приключения за приключением. Ну ладно. На этом мы закончим, пожалуй, всем большое спасибо, что смотрели. С вами был Друманин Дрин. Увидимся в следующих сериях. Подписываем, лайкаем, комментируем. Всем удачи, пока!